Депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков регулярно встречается со своими избирателями. В лесном городке парламентарий частый и почетный гость. В этот раз главной темой встречи стало благоустройство и строительство новой детской площадки. Эта территория является центром поселка и даже в необорудованном виде давно стала точкой притяжения для местных жителей. Чтобы удобно было с колясками, здесь даже появится у нас уже 2 года, мы здесь выставляем елку, то здесь проходят новогодние праздники. На строительство площадки в лесном городке депутат выделит из своего фонда около 2 миллиона рублей. При разработке концепции территории прежде всего учитывается мнение жителей. С ними согласовывают игровые элементы и цветовую гамму. Важное место уделяется и вопросам безопасности, ударопоглощающему резиновому покрытию. Планируется сделать хорошую детскую площадку, современную, с всей необходимой инфраструктурой. Сейчас как раз вот идет процесс проектирования, обсуждается с жителями игровые зоны, зоны для занятия спортом. Соответственно, возрастные категории определяются, основные целевые, для которых это будет предназначено. Депутат внимательно выслушал пожелания по дальнейшему благоустройству поселка. В свою очередь местные жители поблагодарили Дмитрия Голубкова за постоянную всестороннюю поддержку и реальную финансовую помощь. Екатерина Ярова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».